Звонить не обязательно. Ангарчанам, которые были в контакте с ковид-положительными людьми или болеют сами, теперь можно сообщить об этом по электронной почте в местное отдел Роспотребнадзора. По словам экспертов, мера вынужденная. Специалисты уже не справляются с потоком обращений. Это сделано в связи с тем, что идет огромная нагрузка на телефонную линию. Ответить тем желающим, позвонившим, невозможно, поэтому можно направить свое сообщение. На все сообщения будут даны ответы. В письме необходимо указать личные данные, фамилию, имя, отчество и номер телефона. Специалисты Роспотребнадзора полученную информацию обработают и свяжутся с автором письма. Напомним, больным или контактным лицам категорически запрещено покидать место изоляции.